12 декабря в Казанском федеральном университете состоялся круглый стол противодействия преступности как содержание научной и образовательной деятельности юристов КФУ. Мероприятие посвящено 50-летию кафедр уголовного процесса и криминалистики и уголовного права юридического факультета. Мы гордимся вот Казанской юридической школой. Она одна из лучших в России. Я считаю, что даже дает фору московской и петербургской. И мы заслуженно гордимся этой школой. Поэтому вот то, что мы сегодня отмечаем 50 лет двум кафедрам, это тоже представитель нашей Казанской юридической школы. На круглом столе были преподаватели обеих кафедр, а также их выпускники, среди которых представители университетов и различных судебных и структур власти. Мероприятие началось с презентации, посвященной истории кафедр. Гостям круглого стола рассказали о создании и развитии структуры, а также об их выдающихся выпускниках. Презентация осветила все 50 лет работы кафедр уголовного процесса и криминалистики и уголовного права юридического факультета Казанского федерального университета. Круглый стол позволил преподавательскому составу не только обсудить обучение на юридическом факультете, но и получить мнение и советы его выпускников. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.